Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю два замечательных боя. Первая игра на карте Таргорм, играю я за Космодесант. Со мной в команде за Тау играет Торгар, и за сестер битв играет Варбан, Варбарат. Так, наши противники. Эрмеликс играет за сестер битв. За Хаос играет Великий Бал. И за Космодесант играет Супер Эго. Оказался я у входа на нашу базу. И играю через казармы обычно. Если я нахожусь где-то посередине или в тылу, я могу себе позволить пойти через оружейку на этой карте. Но не тут. Видите? Если они в раш пойдут, а на этой карте обязательно пойдут в раш. Карта маленькая. И я окажусь под огнем, так что мне нужно было усиливаться. Остальные могли бы протечиться. Так, видим, что я захватываю реликтовую точку. Сразу отправляю к реликтовой точке. Застроил передний пост и сразу начинаю ее прокачивать, чтобы не дать захватить противникам ключевые точки. Тут наглые хаоситы Бала захватывают реликтовую точку на своей стороне. В центр направляется лорд хаоса Бала. Очень интересная игра получилась. Так, я направляюсь своим командором, чтобы дефать свою реликтовую точку. Так, делает отряд космодесантников Супер Эго. У него тоже командор есть. А, тут серафимки нашего Варбарада перепрыгнули к врагам. И начинают их развлекать, отвлекать, снимать точки. По центру я вступаю в сражение один на один против лорда Хаоса своим командором. Но предатели-космодесантники заступились за лорда Хаоса и начинают бить по моему командору. Все-таки я побеждаю лорда Хаоса, но добивают меня космодесантники Супер Его. Бегу я своими космодесантниками. В центр, чтобы поддержать войска союзников. Они тоже, смотрите, делают войска, ну, кроме Тау, у Тау только командир. Бежал я разведчиками захватить ключевую точку. Ну, увидел тут разведчиков. И также Торгар решил забрать себе ключевую точку. Он начинает снимать сначала. И вражеский командор, Супер Эго, предатель командор. Совместными усилиями с серафинками, командиром Тау, отгоняем все-таки командора. Удалось нам отогнать. Видим сестры битвы с огнеметами от Эрмеликса. Хоть в огнеметов не попьешь. И поэтому я отступаю назад. Тау все пытается снести наблюдательный пост Торгара. А, нет. Уже накинул пост. Он начинает снимать, расстреливать посты Эрмеликса. Так, я занимаю оборонительную позицию возле своего наблюдательного поста и застраиваю еще турель в качестве дополнительной огневой мощи, чтобы говнопехота сейчас не пришла и не расстреляла мне пост. Пополненный отряд космодесантников у Супер Эго. Вау! Бегает своими ХСМами. За серафимками Варбарада. Неплохо действует Варбарат. На этой карте надо так и играть.
Я бы сделал бы тоже себе прыгунов, но штурмовики космодесантника мне не нравятся они. Так, занимают кавер войска Суперэго, тут еще Лорд Хаоса с плазменным пистолетом начинают они уничтожать целый отряд воинов огня. Вяжет второй отряд воинов огня. Тут еще и командор Суперэго. Я подбежал своими космодесантниками, помогая, насколько это возможно. И вот он вышел у меня командор. Теперь, в принципе, можно посражаться наравне, если меня поддержит Тао. Но Тао, видишь, что он занят вообще с постами сестер. Вместо того, чтобы отогнать вражеские войска с центра, он расстреливает через гору пост. Вот это вот глупость, ошибка, видите? Я оказался один против двоих. Сейчас моя армия ослабнет. И они переключатся на его армию. Вот вроде бы все элементарно, но люди где-то ошибаются. Поэтому ты, именно ты, который сидит за экраном, в будущем такие ошибки не совершай. Лучше совместными усилиями отогнать вражеские войска с центра. И потом уже переключиться на наблюдательные посты. Ты можешь тут стоять и расстреливаться, эти посты никуда не убегут. А вот я мог бы потерять свою армию. Вот такие микромоменты, я это специально говорю, чтобы помочь вам тоже, новичкам, кто смотрит, очень много новичков меня смотрят, чтобы они тоже учились и действовали в будущем как команда. Как хорошие игроки. Вывожу я серых рыцарей, прогоняем мы, видите, совместные войска сестер, космарей и хаоситов. Удалось нам разобраться с хаоситами. И вот сестра этого понимает, видите, сестра меня поддерживает, а хаосит занимается ерундой. Вот это вот ерунда. Стоять тут посты настреливать. Лучше она бы пришла, если Тао сюда пришел бы, мы бы тут все снесли бы. Мы базу космаря бы снесли, потом переключились бы на хаосита, а сестра рано или поздно бы сама и ливнула. Разрушаю пост, хочу снять, но тут серафимки сразу позаботились об этом. Отряд селестянок у сестры. Начинаем ломать казармы космарей. Чего бы нет-то, очень дорогая постройка. Расстреливаю я строителей, переключил на дальнюю дистанцию. И вот еще селестянки, три пака селестянок. Подходит сюда невидимости сектанты с плазмоганами. Начинаем ломать главку космаря, он ничего не может сделать. Подходит сюда Лорд Хаоса. У меня ведь и ракетные установки, и два тяжелых болтера. Очень часто такую ошибку совершают на этой карте, ведь было очень много игр было проиграно из-за такой глупости, когда ваш союзник занимает вот этот угол и стоит тут, настреливает и ерундой занимается, вместо того, чтобы поддержать армию союзников. Потому что когда двое на трое идут, обычно теряют свои войска. Когда вы остаетесь один в этом углу, и потом на всех начинаете кричать: о, мои союзники нубы, они слились. Ну конечно, один там двое против троих проиграли. И ошибка хоста, зачем он поставил контроль точек. Царь горы, режим царя горы, Taken Hold на английском.
кто захватывает ключевую точку, они побеждают. Не люблю я такой режим, это просто, ну, ерунда. Настоящая ерунда, когда можно выиграть нормально, уничтожив все постройки, главку, там, снести все войска, вот это вот победа. А захватом ключевой точки, это чисто игра на очки, которых нету в этой игре. И статистика даже не работает, тем более в Dota Online. Вообще статистика не показывается. Ну, давайте приступим к просмотру второго боя. Счет, ничего не будем смотреть. Так, карта мести Пейна. Играю я за космодесант, за темных ангелов. Со мной за гвардию ворона играет Хелбаров. И за хаос играет Стасян. Наши противники за имперскую гвардию играет Хэппи. За космодесант играет Морковка. И за темных эльдаров играет Андро. Оказался я посередине, не люблю я оказываться посередине, очень тесно посередине. Лучше где-то с краешку и поиграть через казармы. Но снова меня рандом закинул в центр и приходится играть через оружейку. Когда играешь через оружейку на этой карте, если ваши союзники Алёши, то вы проиграете все центральные точки. И тем самым проиграв старт и дав очень много ресурсов противникам. Так, видим морковка. А, это Андро, а не морковка. Морковка у нас космарь вражеский. Андро начинает снимать точки Хелбарова. Тут мандрагоры. И начинает застраивать турель Хелбаров. Тут он совершил ошибку, надо было досидеть, захватить эту точку, чтобы мандрагоры потеряли время, снимая эту точку. Но он отменил захват, смотрите, совершил глупость и теперь не может достроить турель. Вот, мини-ошибки такие, я буду это все говорить, чтобы помочь вам в развитии данной игры. И я направляю своего строителя, чтобы достроить эту турель. Моя помощь. И вот он еще ошибку совершает, зачем ты, да мог бы уже досидеть чуть-чуть, он бы все равно потом не гонялся бы за твоими разведами. Так, выходит командор, и турель начинает расстреливать. Но он теперь, видишь, гаденыш, направляется ко мне на базу. Я начинаю прокачивать посты, вынужден был прокачивать, хотя я не должен прокачивать в данный момент. Я должен построить храм бога машины и перейти в Т2. В общем, отступаю я своими строителями, и начинает он своими мандрагорами ломать мне генераторы. Вывожу я черепок и Хелбаров выводит отряд космодесантников. Давайте посмотрим, подойдет ли он ко мне. Нет, не подходит. Я начинаю пикать по нему, по его космодесантникам. Смотри, не ломают генераторы. Черик. И вот он решил все-таки подойти. Так, начинает ломать мне черепок. Так, прокачался пост. Хочет убить не строителя, но я специально бегу под турель. Под турель и под пост. Тут космари подошли. И все, наконец-то я застраиваю храм бога машины. Забрал себе реликтовую точку. Так, видим, слева оттеснили хаосита Стасяна Великого.
и забрали у него просто все края. Справа Хелборов все-таки смог маленький островок себе захватить, но дальше не пошел. Зато смотрите, что по центру происходит. По центру захватывает справа Хелборов, слева я захватываю эти ключевую точку и обычную точку. Тут уже начинаю застраивать свой наблюдательный пост. И решил все-таки имперец подойти в центр. Он, наверное, думал, что космарь пойдет в центр. Но космарь пока что фигней занимается. Эльдаром темного вы сами видели. А, они правый островок захватывали на востоке, который. И, в общем, подвел я свой самолет глайдер Буря. Начинаю прогонять этих беспонтовых гвардейцев с комиссаром. Но он развернулся, решил перестрелять мой самолет под огнем тяжелых болтеров Хаосита и антипехотной гранаты. И теряет свой отряд командования практически. Остался у него один генерал. Выживет ли он? Нет, не выживает. Теряет целый отряд командования. Хелборов идет на реликтовую точку морковки. Морковка бежит своими космарями отдефать реликтовую точку. Все, слева пост снесен гвардейцам. Тут еще посты стоят у него. У меня три глайдера. И направляю своими самолетами уже сломать ему наблюдательные посты. И захватите этот островок. Отбросил морковку Хелборов своими космодесантниками. Снял ему реликтовую точку. Замечательно. Так, начинаю своими самолетами уничтожать посты. Тут сломал еще турель. Бегу своим разведчикам захватывать точки. Направляю строителей, чтобы отремонтировать свой подбитый глайдер. Видим короносцев от Эльдара, три пака или два пака короносцев. Мандрагоры еще бегают. Бросают гранату космодесантники. Неплохая граната залетела. Отпрыгнули короносцы. Несет потерь Хелборов, нужен черепок. Тут, смотрите, сектанты поддерживают моего разведчика. Давай, братан, говорит, захвати точку, захвати точку. Они тут стояли. Потом я закончил тут захватывать и сюда побежал. Они за мной прибежали еще. Отремонтировал я своих глайдеров, тут поддерживаю справа нашего Хелборова, нужно было поддержать его огнем, потому что двое нападают на одного, это нечестно. Расстреливаю космодесантников, но смотрите, короносцы знают, что нужно уничтожать технику,
Быстренько расстреляли мне один глайдер. Теперь я отступаю уже назад, потому что у Хелборова нету армии. И начинает он ставить стационарный ботер. И снова короносцы расстреливают мой глайдер. Теряюсь снова еще один самолет. Остался у меня всего лишь одинокий, одиношенький самолетик. Так, смотрите, вывел тяжелое вооружение. Хэппи сделал часового. Прогоняет тут ХСМа. Я тут неплохо застроился, знаете, у меня 5 точек снаружи и еще 3 точки внутри. Еще термогенератор, итого 8 реликтовых точек. Не реликтовых, а точек. И 6 генераторов плюс термогенератор. Видите, какой приятный прирост. Гвардейцы нападают на мой наблюдательный пост. Неприятненько. Тут, смотрите, в крысу начинает часовой расстреливать мне термогенератор. Я застраиваю за ним стационарный болтер. Хотел прокачать его до ракетной установки. Подвожу свой глайдер и начинаю расстреливать часового. Поздно замечает часовой. Он промахивается еще. Еще раз промахнулся. Какой невезучий часовой. Вот он попал один раз. Удается одному глайдеру справиться с часовым. Так, напоролся на тяжелое вооружение своим глайдером. Застанили его. И все. Остался я вообще без самолетов. Так, правый край Хейлборова потерян. Только остался у него островок. У меня пока что остался наблюдательный пост и ключевая точка. ХСМ сделали себе ринку, но ее теряют тут же, потому что постарались короносцы. Уничтожили технику, но я уже подхожу. Тут терминаторы стрелковые, библиарий, командор. Бросаю орбитальный удар. Неплохой орбитальный удар по войскам космодесанта заходит. Бегут они вперед, но тут терминаторы их расстреливают. Бегут они назад, там бомбардировка. Немного стояли, тупили, что им делать, вперед пойти или назад пойти. И с потерями отступает морковка. Переставил свое тяжелое вооружение. Тяжелое вооружение начинает стрелять по моим терминаторам. Я перенаправил своих терминаторов и расстрелял тяжелое вооружение. Серые рыцари пытались уничтожить пост. Ну, уже добил бы там, на одну тычку остался. Добей пост. Одна тычка. Хелборов. Не хочет добить. Всего лишь думать надо было. Сбрасываю я штурмовых терминаторов, захватываю снова точку, но тут космари не дают. Стреляют постоянно. Делаю кучу улучшений. И есть у меня лендрайдер. Выезжаю им в центр. Вижу, что машин пит застраивает морковка. Направляю штурмовых терминаторов на базу к гвардейцу. Лендом расстреливаю храм бога машины. Нужно было снять реликтовую точку. Справа, на востоке, атакуют совместные войска Косморя и Темного Эльдара. У Темного Эльдара до сих пор короноса, а нет. Собаки все-таки вышли у него.
Я сделал серых рыцарей, отправляю на подмогу к Хелборогу. Сам при этом атакую гвардейца. У гвардейца есть касаркины. Я ломаю пехотный штаб. Снимаю реликтовую точку, как вы видите. И переключаюсь на демонтаж полевого штаба. Тут немного застрял, забуксовал мой лендрайдер. Ну. Да. Так вот он наконец-то выехал. Дов онлайн. Добро пожаловать. Постреливаю часового, уничтожаю полевой штаб. Все замечательно. Переключаюсь на штаб механизированных войск. Справа тут я потерял своих серых рыцарей. Ну, вышел капеллан и космарин с плазмой прокачанными. Прогоняют совместные войска космаря и темного эльдара. Потому что база космаря находится в опасности. Гвардейцы-то слит уже. А базу надо дефать. Хэппи выходит из игры. Видимо, вот этот вот челик был обсом. Так, ломаю главку космарю, не видать ему Т3, не видать ему терминаторов. Снимаю, скидываю орбитальный удар по позициям генераторов. И совместные войска темного эльдара и космаря встретились с моими войсками. Врубаю я билку неуязвимости. Караносы думают, что они умные. Что расстреляют с тыла мне лендрайдер. Они всегда по дому. Тут еще серые рыцари. Весят, вяжут моих стрелковых терминаторов. В общем, вливает темный эльдар, потому что отсюда космарь заехал. Тут еще и хаусит ехал. Все, я скидывал еще десант. Такой вот бой. Так, я по армии набираю 1000 очков ровно, хелборов набирает 450, стасян 510, морковка 220, андро набирает 315 и хэппи набирает 320. Убито мной 78, скромненько, потеряно 30, тоже скромненько, уничтожено здание 17, прилично, прилично, потеряно здание 2.
Хелборов убито 81, нормально. Потеряно подразделение 36, скромненько. Уничтожено здание 1, очень скромно. И потеряно здание 9. Прилично. Так, Стасян убито 45, потеряно 44, уничтожено здание 6, потеряно здание 1. Морковка убита 28, потеряно 58, уничтожено здание 2, потеряно здание 10. Андро убито 24, потеряно 82, уничтожено здание 8, потеряно здание 1. Так, Хэппи убито 58, потеряно 64, уничтожено здание 2, потеряно здание 13. Топ-1 по ресурсам занимаю я, естественно. И самый технологичный — морковка. Вот такой вот бой, спасибо, ребята. Всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем мира и спокойствия, пока-пока.